Привет, озвучено проектом HSP World Soys. Приятного прослушивания. Галлюцинация. Не галлюцинация. Что ты делаешь? Забираю тебя. Не трогай меня. Терпение. Больше терпения. Эррор, нет, не делай этого. Не делай что? Куда ты меня притащил? Домой, придурок. Держи краски. Это моя комната? Почему такая чистая? Я ее даже не узнал. Что ты задумал? Хрень задумал. Просто ответь. Зачем я тебе? Для коллекции. Кукол? Достал. Санса дал тебя мне. Я твой опекун. Я полностью во власти. Он сможет сделать с мной все, что угодно. Он сможет выпутать у меня, где находится область набросков, уничтожить все миры. Ты? Зачем? Нет! Я не скажу. Да твою ж мать! Успокоительное, что из них успокоительное? Так что, куда? Получилось? Потерпи, я это в первый раз делаю. Ай! Добить меня хочешь? Лечу тебя. А, можно мне тоже этого дерьма? Инку вроде помогло. Я не причиню тебе вреда. Больше не причиню. Я тебе не верю. Уверен, когда я засну, ты воспользуешься моей беспомощностью. Можешь изнасиловать, можешь сломать, можешь пытать. Я полностью в твоей власти. Но давай, когда ты закончишь, ты дашь мне умереть. Санс был прав. Может, Инг сошел с ума? Зачем он сказал мне нечто подобное? Он хотел, чтобы я сделал это? Или он боялся, что я могу это сделать? Пустота пусть его задерет! Этого мудака хрен поймешь! Какая процедура следующая? Массаж. Ужасы. Ужасы пришли. Что на этот раз? Нет! Ради звезд и миров, заткнись. Инг, блядь! Успокойся! Ты что творишь, придурок? Тебе нельзя пользоваться магией! Это слишком. Мы не справимся. О чем я только думал, когда брал за него ответственность? Это только, мать его, массаж. А мы его еле пережили. Ах да, его же кормить надо. Но я не умею готовить. Оно должно быть таким... черным. Тебе надо поесть. Зачем? В смысле? Зачем мне есть? Чтобы не сдохнуть. Но если я хочу умереть, что это? Оно съедобно? Запихни свои суицидальные мысли себе в зад. Ты у меня не сдохнешь, уж точно не от голода. А если я откажусь есть, ты меня с ложечки кормить будешь? Нет. Я выберу твои черные... Твои... Блядь, точно. Нет, я выбью твои чертовы зубы, пропихну в рот трубку, замотаю получившееся дерьмо скотчем и буду кормить через воронку кашей, пока ты не образумишься. Ты меня понял? Thank you.